Художественный пленэр-конкурс под названием «Моему городу тысячу лет» – одно из самых главных культурных событий мегаполиса. В течение недели мастера кисти и красок трудились над своими живописными полотнами на открытом воздухе. Главные объекты вдохновения – это достопримечательности и горные пейзажи любимого Алматы. По словам руководителя отдела историко-культурного наследия Управления культуры города Алматы Лязат Сагындыковой, главной целью данного события является поддержка творчества отечественных художников и развитие изобразительного искусства. Состязание проводилось в два этапа. По итогам первого жюри, в состав которого вошли именитые специалисты в области искусства, отобрало лучших из лучших. На данном конкурсе принимали участие и на второй финальный этап прошли 12 участников. Это все участники, которые принимали участие, являются членами Союза художников Республики Казахстан, а также членами Союза молодых художников Республики Казахстан. Награждение победителя и призеров состоялось 8 августа. В рамках мероприятия организовали выставку. В экспозиции представили лучшие пленэрные работы участников. Здесь же можно было увидеть и внеконкурсные труды художников. Первое место занял Нургажаев Алмаз, гонорар 500 тысяч тенге. Два вторых места определены членами жюри и три третьи места. За вторые места сумма гонорара составляет 300 тысяч тенге. За третье место сумма гонорара составляет 150 тысяч тенге. Всем остальным участникам, которые не смогли получить призовые места, были гонорары, присуждены гонорары в размере 50 тысяч тенге. Стоит отметить, что в рамках празднования тысячелетия города Алматы запланировано более 30 мероприятий, которые призваны отразить многогранность мегаполиса в культурном, экономическом и историческом аспектах.